Владимир метет. Елку надо доставать. Зима пришла. Новый год. Час назад муж, я говорю, на этой катался машинке на нашей. Теперь она стоит заметена. Метет не дуром. Вот я след поставила. И дали какая глубина, уже снег намело. Вообще жесть. Народу никого, естественно. Улица глухая, пустая. Никого. Все сидят дома. Прячутся. Боятся коронавирус, наверное. Ты глянь, чё. Жесть. Тишина и покой. Ой, живая машинка выехала. Ай, кошмар. Так что вот. Как-то так у нас. Сугробы. Метет, метет, метелица. Он как метет заметает, с крыш сметает. Люди топятся, греются, дом сидят.